Привитос, амигос, продолжается орден, и пока упыри спят, надо сделать так, чтобы они уже никогда не проснулись. Интересно, а вампиры спят чутко или не чутко? Может, нам надо ходить на цыпочках? Надо уничтожить этот груз. Вот был бы классный уровень, если, прикиньте, надо ходить очень тихо, и по полу были раскиданы всякие банки, всякое говно, там цепи, задеваешь там что-нибудь, короче, вампир какой-нибудь ближайший просыпается, и начинается сложнейший файтинг с этим сюда. Пидором. Тут есть горючее. Ну вот это было... Блять, почему я игры не разрабатываю? Вы заебанцы эти ничего не умеют, блять, они давно разучились какие-то сценарии писать. Я бы им такие уровни забабахал, что, блять, охуели бы все их проходить. Вообще только два человека в играх шарим, я и Миками, блядь. Ну серьезно, блядь. Геймплей топчется на месте. Стелс, шутер, шутер, стелс, гонки, бля, все. Никакого разнообразия. Сколько еще так будет длиться? Готовьте следующий. И че ты, блядь, поджег? Хули он не загорелся? А? Че, бензин так долго надо поджигать? И что? А, и все, вот эта миссия, блядь, с поджиганием ящиков. Подходи, жми на треугольник. Ебать, как интересно. Вот нет бы, ты идешь с канистрой, в канистре булькает там все, блядь, как громко. Персонаж неуклюжий, тащит канистру, потому что канистра много весит. Знаете, как вот в Dead by Daylight тащишь жертву, она брыкается, и у тебя контроль такой, блядь, тебя персонажа водит. Вот такое управление замутить. И готово. Вот реально, чтобы разбудил вампира, он выпрыгнул, и все, начинается. Ого-го. Ололо, ололошечки. Ну что это, разве пожар? Ну вот эти крайние сейчас унюхают, убегут. Сколько их? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 вампиров сейчас, блядь, убежит отсюда. Может, мы сейчас гранату бросим? А мы не торопимся, да? Помогите мне залезть. Так. Истукан тупой, блядь. Подошел, думал, она что, ему отсосать позвала, что ли? Что ты ждешь стоишь? Сейчас найду, как вам подняться. Ой, блядь. Тут есть лестница. Last of Us. Вот был классно, оборачиваешься, а тут вампир, короче. Блядь, просто лестница и все. То есть даже мне не надо продержаться какое-то время против вампира, пока на лестницу тащит. Еще канистра с горючим. Ой, блядь. Господи, ну почему все так тупо здесь? Ну, геймплей, блядь, ну вот у меня были надежды на что-то интересное, но он, бля, просто никакой. Тут все интересное в катсценочках показывают. Может, оно и к лучшему, блядь, да схуяли. То есть игра не, вообще не про геймплей. Всё. Этот можно поджигать. Про что она, блядь? Про сюжет. Но он, в общем-то, избитый так, по большому-то счету. Есть масса глупых моментов, про которые я молчу даже. В комментах сами уже замечают эти глупости. Перейдем к остальным. Хорошо. Они спалят, чертям. Бегите, займитесь остатками груза. Я задержу их. А, ну да. Только я нашел в ящиках вампиров, как началась перестрелка с обычным бичьем. Это именно то, что я хотел, бля. Зачем мне новые враги, если я старых не всех поубивал, да? Кому ты кричишь про гранату, блядь? Им, что ли? Разбегайся, мужики, я в вас гранату бросил. Блядь. Повторюшка, блядь. Это я гранаты здесь бросаю. Порядок. Здесь все горит. Заебенчик, что там все горит. Перезаряжаю. Что-то им, мне кажется, похуй на мои гранаты, они просто отходят. Нет, блядь, с этой пушкой мне ловить там нечего. Тут где-то винтовочка лежала, вот она. Вот она тут не зря лежит. Вот пидорас! Хорошо, не косы их бросает. Не команду, ёпта. Рыцарю виднее, когда укрываться. Опа! Спрашивают в комментах, что ты же не жмешь на крест, когда гранату бросают. Вы, видимо, думаете, что он бросит гранату обратно? Нет, крестик это кувырок. Я, блядь, и так за укрытием. Я не знаю, как они не простреливают эту жестяную хуёвинку.
По мне, так в таком шутере все укрытия должны разрушаться, чтобы был как бы перчик такой в заднице. Чтобы вот не было, что вот этот позиционный шутер, я за одним укрытием стою и пультина. Чтобы я хоть двигался, блин. А у них был хоть какой-то шанс меня убить. На, мразь. Сука, бля. Откуда этот спецназ приехал, бля? Смотри, сколько привалило. На, говно. Все? Там, мне кажется, на мосту места нету, блядь. Яблоко упасть, сколько трупов я там навалил. Так, что, мы дальше идем или что? Внизу остались ящики. Нам придется спуститься. Давай. Внизу остались хрящики, ёпта. Что за звук? Прикрывайтесь! Так, стопэ. Одну из серий заблокировали за музыку, блин. Не просто монетизировали, а прям вот заблокировали в Германии, короче, и пара пацанов не смогло ее посмотреть. Я ебал, надо меня, музыку выключать. Меня, пока я поджигаю ящики! Одно дело, когда я просто деньги за это не получаю, но другое дело, когда они блокируют, блядь. Блядь, контрацептив, а? Цель поражена! Мост тысячи трупов. Стрелок убит! Чем это я в него пшикнул, интересно? Бросаюсь вперед, он сказал. Прикройте меня! Говно ссаное, смотри, подошел в упор, а? Похуй, куда-нибудь брось ее уже, бога ради. Ну, она свою роль сыграла. Сотрудник компании убит. Блять, сотрудник компании. Я вижу, блять, что там пришел этот хуй в маске. О-о-о. Блять, вон село хуев. Бронированный охранник убит. Так я его убил, что ты мне сообщаешь? Потому что я тупой, что ли? Ты мне сообщай, когда ты фраги делаешь, я хоть буду знать, что ты хоть не бесполезно. Лично, бля. На-ка себя выкуси, сучка! Да и так тут все сгорит уже нахер. Кто тут тушить, блядь? Тогда какие там пожарные машины были, блин? Где с клизмами, вот с такими? Последний. Где давление надо нагнетать. Заперто! Да, блядь, отлично. Все сожгли, а теперь понятно, что мы отсюда не уйдем. И вот оборотни дневные стражи вампиров, да? Как Ликандр! В этом мире. По-моему, мы только что посмотрели, как они два раза подряд эту дверь открыли. Они открыли дверь, показали Ликантру, по снова показывают, как они дверь открывают. Ну а здесь склад Ликантропы. Нет, блять, отъебись, сука, грязная шалава. Сколько у меня патронов? Заебись, одного я прихвачу. Блять, не успел нам. Пшикнуть ему в еблище вот этой херней. Бля. Ну хорош, ну почему, блять, он же влево убежал? А вообще вот эта пшикалка, она ему хоть вред-то какой-то, блять, нанесет, может, или что? Ну, давай, петух. Я жду тебя. Да. Блять, ему. Он замедлился и дальше побежал меня пиздить. Ах, вас двое.
Блять. Мамку вашу щупал. Подходи, подходи, там граната же. О. Сука, куда ты собрался, блядь? Куда ты собрался? Да, вот так вот неприятно, блядь. Жизнь боль. Когда денег ноль. Бля, мамку делал, не-не-не-не. Да, да, в рукопашечку. Так, надо собраться, сейчас могут и пизды дать. Один-то какой-то ящик. А их только ножом, да, убить можно? Второй готов. А всего их тут сколько, я стесняюсь спросить. Смотрите, тут есть дверь. Блять, куда она стреляет? Боже мой, там еще собака. Рани, ты там? Дэви, а черт, я рада тебя слышать. Рани, ты цела? Черт с вами, да. Это кто сказал? Пока да, но быстрее, надо выбить дверь. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, выбью, выбью. Нихуя ты. Нет, оставайся-ка ты снаружи вместе со своим собакой, блядь. Сейчас я покажу, как Самсон льву пасть порвал, блядь. Сейчас я бицепс напрягу, ты лопнешь, блядь. Давай, напрягай. Грей. Ну, мышцы, камон. Тоже пойдет. А, то есть это ваншотнуть можно, да? Сука, повезло тебе, что я бицепс не напряг, блядь. Я посмотри думала, на эти банки. Я тебя не увижу. Как ты нас нашла? Времени нет. Мы долго компания не продержимся. Компания стягивает свои силы к верфи. Пора бежать. Рыцарь, не искушайте судьбу. Рыцарь, наше, блядь, сделал больше, чем все повстанцы за последние несколько лет своей повстанческой деятельности. Господи, какие они беспомощные. Блять, плойка совет просто. Должен знать про этот на PlayStation реально сейчас можно яичницу пожарить. Рыцарь. Компания процветает благодаря друзьям в правительстве. Вы сами видели, что в ваших рядах есть предатели. Да. Если бы все так и было, я бы заподозрил. Идет война против полукровок. Теперь их черному делу служит объединенная индийская компания. Иришка Яровая. Я рыцарь. Я клялся охранять страну, а не разрушать ее. Не верьте никому. Прощайте, рыцарь. Прощай, жаль, моя Моргана. Жаль, что мы встретились в таких обстоятельствах. Где вас отыскать? В Тадж-Махале, блядь. Шепните мое имя в Вайтчепеле, и я приду. Пустите шептуна в Вайтчепеле, я унюхаю и приду. Шутка дня, да. Шепните мои вайчипели. Кому шепнуть, чё шепнуть? Грей. Я не в настроении. Объясните, что происходит. Не сейчас, иди. Не смейте уходить. Я видела вас в Вайтчепеле. С шлюхой. Что? Может, объяснишь мне, что все это значит? Я боялась за вас. После схватки на мосту вы умчались прочь. Вы не знаете. Вообще ничего. Вы пытаетесь проникнуть в их ряды? Такой план? Сейчас не время. Что с вами, Грей? С тех пор, как погиб Мэлори, я смотрю на вас. И что? Что вы видите? Не знаю. Незнакомца. Но хочу вам дать от всей души. Которому не поймешь, можно ли верить. Я прошу вас. Объясните, в чем дело? Не сейчас, Изи. Держитесь от меня подальше. Ради себя же. Блять, а в чем проблема сказать ей Изи? Ёбаная остинская компания перевозит в ящиках блядских вампиров. Вы у нас большие проблемы. Найдите Лафаэта и приведите в библиотеку. Просто вот, блять, в двух предложениях. Не, она баба, она бы не поняла, потому что бабы, ну, они такие. Они не очень смышленые. Но попытаться-то. Тянется к совету. Ваше заявление чудовищно! Я отказываюсь верить. Мудовищно. Если позволит, я вам не позволю. Не желаю больше слышать. Блять, классный актер озвучки. Нелепые подозрения.
Я еще никогда не видел вашего отца таким упрямым. Ваши обвинения бьют в самое сердце империи. Второго такого потрясения, как смерть Мэлори, он не вынесет. Всего-то и нужно посетить Blackwall Yard. За какой надобностью? Все сгорело дотла. Очевидный поджог, по мнению комиссара Дойля. В доках ранее видели небольшой отряд повстанцев. Все довольно... Какое там любимое словечко у комиссара? Ах да, элементарно. Ватсон. А вы что думаете? У меня нет мнения. Если хотите... Я слишком тупой, чтобы его иметь. Я попробую убедить лорда-канцлера вынести этот вопрос на обсуждение. Если среди нас и впрямь есть предатель, заговорщики обо всем узнают. Что вы предлагаете? Надо было башку вампирскую отрезанную принести. Проникнуть в здание индийской компании под покровом ночи. Сведения, которые помогут пролить свет на события последних дней, наверняка хранятся там. Проникнуть в штаб-квартиру компании? Вы следуете по стопам Мэлори. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. О, классная цитата. Мне нужна ваша помощь. Едва ли пристало рыцарю-командору участвовать... Вы там раньше бывали. Вы могли бы помочь мне сориентироваться в штаб-квартире компании. А ваше свидетельство придаст вес моим словам в глазах вашего отца. Хорошо. Однако в такую авантюру нельзя пускаться вдвоем. И возможных союзников, достойных доверия, у нас мало. Моя сестра, Лафайет. Я не могу привлечь их, пока нет доказательств. А кому из них ты не доверяешь? Я знаю, кто поможет нам в этом деле. Индусы. Спасибо, брат. И йоги. А вам не кажется, что Лукан, поскольку он терся с этим лордом, он сам... Приближаемся к штаб-квартире. Тот еще пиздюк. Может, он оборотень или вампир? Их проверяют? Им делают анальный осмотр, так сказать. Не волнуйтесь, я подготовился к нашему предприятию. Проникнуть в комплекс оказалось немного сложнее, чем я думал. Братья по оружию, глава 11. Приехали. Кто бы там что ни говорил, что эта игра короткая, это не что, короткая, черный, правильная, блядь, неправильная. Можно так сказать. Сука, она интереснее, чем четвертый Uncharted. Стучи еще раз, по-моему, там в уши ебут. А, вот. Добрый вечер, Фрэнсис. Ковер, снова ты? Два ковра, три ковра. Блять, да тут буржуи живут. Здесь тут офис ковровых магнатов, по-моему. Все готово. Правда, скоро выйдет наружу. Кристал Плейнс в руинах. Выход после... Airship. Благодарю, воздушного корабля крушения. После крушения воздушного корабля. О, чаёк. Как чашечку взять? Я бы въебал чайку сейчас. Если так можно выразиться. С другой стороны, почему бы нет? А вон Ильич, смотрите, бюст Ильича. А, это не Ильич-то. Платон! Наверное. Главное говорить уверенно, кто там, блядь, узнает. О, арбалет! Арбалет, нихуя! Или как его? Болтомет, наверное, он здесь, да? Болтомет же. Нет, арбалет. Точно арбалет. Стреломет. Стрелопик. Не, вон, смотрите, вон там это. Внизу обойма со... Арбалет. Арбалет все-таки. Много хорошо. Столетий не держал в руках. Сейчас нужно бесшумное оружие. Да, не пистолет же с глушителем. Идемте. Арбалеты, кстати, ну они щелкают так-то довольно, в общем-то, слышимо, мне кажется, как и луки. Их бесшумность преувеличить. Ну... Патрули ходят всю ночь, все входы под охраной.
Хотя, где, наверное, проникновение. Сады. Так мы сможем подобраться незаметно. Смотря с какого расстояния слушать. Нужно попасть на крышу. Ну, по крайней мере, вот если посмотреть видео, где стреляют из спортивного арбалета, он, блядь, громко щелкает, мне кажется. Ну, там, правда, я видел, в комнате стреляли. Хуй его знает. Идем, брат, сюда. Брат. Братан! Дожди, братан! Слушай, руку дай, да? Дорог покажь. Блядский паркур. В плащах паркурить милое дело, наверное. Ну, идем дальше. Как ты туда запрыгнул? А если это оторвется, вот эти ливневки, они, я бы не сказал, что прям вот такие вот, блядь, что по ним лазить можно. Ну, кто бы, блядь, сомневался? Я их как-то расставил. Уж поверьте, я свою работу знаю, блядь. Если бы это были мои, он бы внизу уже лежал там. Веревочку кто-то оставил и ветром не сдуло. Чего? Фрэнсис дал нам верные сведения. Выходит, он человек слова. Не скажите, просто за ним долг. Не придется на перо сажать. И последствия обмана были бы крайне неприятны. Для него. Нужно найти в саду место, где можно прицепить веревку. А, надо же, как эффектно. Пожалуйста. Та беседка вроде подходит. Хорошо, тогда стреляйте. На самое видное место при мандячем. Conspiration, мазафака. Сейчас вот тот тип с фонарем уйдет, а то мне кажется, что он там не просто так ходит. Готово. Как удачно, что тут вот это вот все было. Алистер. Уверен. Останьтесь и следите отсюда. Я дам сигнал, когда путь будет открыт. Хорошо. Будьте осторожны. Сестра меня не простит, если я вернусь без вас. Вы не ставьте ее в известность. Да, я тут вашу сестру подумываю финтифлюхнуть разок-другой. Вы как это, не против? Как это, по-братски, не? Какая ветхость, блять, о чем он? Ебать! Не стоит устранять охранников до того, как мы получим доказательства. Во-во-во! У нас нет времени. Вот-вот-вот. Доверьтесь мне. Доверьтесь. По-другому никак. Сейчас мы ничего не найдем, он скажет, что ты ебанутый. Все, вот как ты в тюрьму попадешь-то. Ключа нет. Ищите. Заебись. Ключа нет. Я к нему еще даже не подошел. Бля, без чутья Джоэла тут стрёмно как-то стелсить. Вообще не видно, где они. О. Мы нашли ключ. Чужой! Блять, я... Да, конечно, хуй бы он успел, ну куда? И сразу в хэдашник мне, да? Ну, конечно, ебать, ничего себе там... Боб Манден, блядь, ходит в саду, охраняет. Знаете, да, кто такой Боб Манден, я надеюсь? Самый быстрый стрелок в мире. За секунду, блядь, из револьвера два раза успевает выстрелить. И попасть, что немаловажно. Ищите.
Кому там что, блядь, послышалось? Лампы электрические горят, главное. Нещадно так. Тут опять. Блять, это. Вот этот меня, да, пизда резнул в прошлый раз. Блять, а если он увидит сейчас труп? Надо сделать так, чтобы он не увидел ничего больше никогда. Чё, какой ключ? Я его и не ищу, я охранников ебашу. Вот, тут просто Глеб Жеглов какой-то патрулировал. Ты заебись присел, мне нихуя не видно. Вы еще не всех охранников обыскали. Ты же сказал всех не убивать. Последним болтом арбалетным ключик нашелся. Надеюсь, у них маршруты-то не пересекаются. А то сейчас неловко немножко выйдет. Это мне напоминает миссию из мафии, где надо было сейф обобрать. С медвежатником на пару. Интересная миссия была. Для того-то времени. Иди отсюда, нехороший человек. Может, ему подкрасться пиздюлей дать? Блять, он сейчас там кругом обойдет. Тупик, блять. Чекпоинт. Это ключ такой. Ручку дверную, блядь, оторвали, блядь, я ключ. Я прошел ворота. Убедите их, чтобы они свободен. Пускай. Ёбаный в рот. Очень тихо, блядь. Просто ассасин. Где мне с арбалетных болтов набрать? Какая у меня сейчас задача-то стоит? Охранников поубивать? Быстрый Лукан, блин, поверил. Мне кажется, Лукан сейчас подставит нашего. Блядина, сука, хитро выебанная. Ну ты посмотри, что он сделал, блядь, а? Притворился, блядь, слепым, глухим, потом хуяк. Прозрел, блядь. Чё? А, всё нормально. Блять, как он медленно ходит. Сука, ненавижу стелсы вот за это. Ну я пытался, ну что ты, блядь? Сука. Не знал, что до него дотянуться там можно. Вообще не ожидал, что он даже попытается это сделать. Так, подожди. Он где-то здесь сейчас. Нет, он уже там. К скотобойне. Был бы пистолет с глушителем, я бы у них просто патроны забирал.
Давай, 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 блядь. Гусечком, гуськом, гуськом, шнель, шнель. Такие охранники молчаливые, даже не переговариваются. Только фонарики валяются. Все? Идите за мной, нам сюда. Хитрожопый Лукан, блять, на все готовенькое пришел. Идемте. Я иду. Блять, вторую включи, ходок. Ну. Что дальше? Вы на запад, а я на восток. Лучше пока не говорить по коммуникатору. Согласен. Давайте. Встретимся внутри. Опять этой херней пользуюсь, да как он задолбал-то? Блядь. Ну, собака, бля. Ура. Охранник в эту дверь зашел и что, за собой дверь закрыл сразу? Какой стрёмный снимок. My Dear Elizabeth, что ли? My да... Блять, а почему Т на конце? My какой-то... Какая-то там моя Элизабет, блять. Так, и арбалета у меня нету, блять, заебись. Не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся, чувак, блять, не надо. Сука, умри, блядь, невнимательный хуесос. Кто тебя нанял, блядь? В каком чопе таких бездарей арендуют? А, блядь. Анальный стелс. Строго ко всем подкрадываться сзади. Что такое? А? Там кто-то есть. Пиздишь, как дышишь. Ну-ка. Что это? И не пошел проверять. Правильно, хуя. Мне тут все надо зачистить прям. Всех их убить? Их тут немножко дохуя, мне кажется. Смотри! Ай, пошел нахуй! Гандон, да что за ебаный, блядь, сука, стелс? Дайте стрелы, блядские. Ну как так-то? Я че ко всем должен, блядь? Подкрадываться, как ебанат, что ли? Ну охуенно, блядь. Ебать, как интересно, блядь. Охуеть просто. Пиздец, блядь. Ненавижу стелс в играх, которые, блядь, не созданы для стелса. Там вот черик на балконе. Совсем глухой. Давай, иди отсюда, нахуй. Блять, Грей вообще такой ассасин. Кряхтящий ассасин, блять. Как вам название? Кряхтящий ассасин.
Вот ебанариум. Ой, бля, сейчас спалимся нахуй. Ты чё же не заорал, когда ему нож в печень садили? Скажите мне, что это не больно. Он был в шоке, не успел даже взвизгнуть, хотя, по-моему, вскрикнуть — это первая реакция. Без всякого шока. Так, сейчас он пойдет на нас, бля. О, боже мой. Сидим, ждем. Хорошо сидим. Подождем. Блять, меня тут не увидят. Ебать. По умолчанию компы немножко слепенькие. Слава богу, иначе я бы тут вообще заебался. Какой коварный маршрут у него, а? Ну. Я зачистил. Ох ты, сука! Вот он у него где были, патроны-то мои. Родненькие. И все? Ящик испарился. Хуяно, я надеюсь, они мне еще понадобятся хоть. В одном единственном месте положили, блять, и как я должен был узнать, что мне сначала туда надо? И что за ящик с патронами, блять, в котором арбалетные стрелы? Он там для кого? А это что за хуй сидит? Бля, как я вовремя решил вопрос, а? Раньше, чем слоу-моушен включился. Мой добрый сэр. Похоже, я как раз вовремя. Пожалуй. Хотя я не думаю, что охранник смог бы со мной справиться. Те, что ты говоришь? Здесь одна. Со мной Дэви и Финли. Они займутся остальной охраной. Вы тройняшки? Я не мог рисковать отрядом. Но со мной один человек. А вы ему верите? Да. Всем сердцем. Хорошо. Что дальше? Мы встретимся внутри и пойдем в архив. У меня вот терзают сомнения. Пора. Чё пора? Блядь, как ты долго ходишь, ублюдок. Идеальное преступление. Я убил его стрелой возле памятника с луком. Пусть думает, что его этот Аполлон, блядь, застрелил. Чё? Ох уж эти греки, блядь. Что это за пинцетик? Пипеточку ему прилепили. Такой конь здоровый, а писюлька вообще как это. Дрожжетик так, сука. У нас где-то Гераклу такой же памятник стоит. Мышцы заебись. А писюля вообще никакущая. С другой стороны, как же у него встанет? Он же памятник. Цейлонский чай. Обалденно. Окей, раньше в таких действительно его продавали. И что? Я сюда пришел коробочку повертеть? Поностальгировать, может, твою мать? Отлично. Было бы еще заебись, если бы в этой коробочке нашлось несколько арбалетных болтов. Приходится сражаться. Да, мы сражаемся прям вообще, блядь. Такое сражение. Здесь. А, это. Мы нашли вход. Будем на месте. Залезем на балкон, подогнав повозку. Рыцарь, помогите загнать на место. Давайте я ее дрифтом припаркую. Ну вот. Вперед. Наверх. Дэви, нет. Ты останешься. Рани, я должна быть рядом. Ты всегда рядом, дитя.
Дитя. А он и его помощник? Послушай меня. Разве ты не знаешь, как дорога мне? Так почему ты меня гонишь? Ты продолжишь мое дело, если со мной что-то случится. Не говори так. Дэви, вы мне не верите. Но я буду защищать вашу королеву. Это мой долг. Она королева Индии? Смотрите у меня. С этой девушкой лучше не ссориться. Никто с ней ссорится. Может, я и попозже даже вдую. Ну, вряд ли, конечно. Ну, давай ты, блядь. Да я, блядь, винтовку подберу. В укрытие! Все, стелсу пиздец. Охранник нейтрализован! Охранник компании. Чё ж ты, блядь, охранники! Перестал орать его звание полностью? Я тебя прикрою! Он ещё и со снайперкой. Ты посмотри, какой гандон. Ой-ой-ой! Сейчас рыцаря, блядь, нейтрализуют. На нахуй попал, пидрила. Блядь, кусок говна собачьего, а. Да, не подставляйтесь. Убивать, блядь, их вы, может, будете? Я б с радостью тогда. Охранник убит! Граната! Разве не должна полиция примчаться? На звуки стрельбы и взрывы гранат в ночи. Пойдемте внутрь, пока не явились другие охранники. Сюда! Смотри, куда палишь! Не бьется стекло, да? Сразу граната на входе. Берегись! Вижу стрелков! Где ты их видишь? Где? Где? Стрелок только выбежал, орёт, у него патроны кончились. Перезаряжаю! Блять. Твою ж мать! Заряжаю! Стрелок убит! Сука, это братья Березуцкие, походу. И по лестнице тоже! Дробовику каюк! Дробовику каюк. Это его погоняло было. Сотрудник компании убит! А. Я уж думал, я больше этого не услышу. Шишки до скалешечки, а? Цель поражена! А, блядь. И что тут каждый день столько охраны? Мне нужны патроны! Больно! Пизду. На таких дистанциях. С пистика лучше. А еще лучше с тычинки. Нахуй ты с него шляпу снял? Охранник нейтрализован. В башку стреляй. О, какие тут мушкеты. Я не вижу цель. А, это, блядь. Это наша баба. О, блядь. Патроны кончились. Ну как я, блядь, он раком шел, я в него выстрелил. Все, у дуэлянта патроны иссякли. Черт, перезаряжаю! И что, нам куда идти-то?
если бы это все. Подмога может нагрянуть в любой момент. Идемте. А где Лукан, которому мы должны показать доказательства? Я-то их уже видел. Нате вам, блядь. О, пиздец. Опять эта хуета. Вести из Ост-Индии. Так. Дорогой Джейкоб, наш общий друг, рекомендовал мне связаться с вами до моего прибытия в Англию, хотя поначалу наше предприятие было под угрозой неудачи. Сейчас все идет как задумано, местные власти легко поддаются убеждению. Все ключевые люди получили достойную компенсацию и не будут создавать нам затруднений. Однако наши сотрудники до сих пор встречают сопротивление со стороны отдельных групп на территории индийской колонии. Индийских колоний. Хотя эти их эскапады по большей части остаются безрезультатными. Эскапады. Собственно, компании все же был нанесен некоторый материальный урон, который будет сложно компенсировать. Но все же мы надеемся в самом скором времени взять ситуацию под контроль. Я также надеюсь, что и ваши проблемы в этом регионе решаются. Жду встречи в Англии. Письмо лорду Гастингсу от леди Малден Уолш. 30-е. Она ему письмо записала, блядь, на звуковой валик, что ли? Вот тут, походу, трансформаторная. А, я думал, что это дверь. А, на двери электронный замок. Ой. Нам все-таки сюда? Шоу нам два. Хуй поймешь, что там написано. My dear Jacob. Ну, дальше Эти, даже я ебал переводить. Вы чего дожидаетесь? Когда, блядь, утро наступит, темно же. Дождь кончится там. Лукан, не стреляйте! Пукан ты. О, с нами Рассел Кроу, нихуя себе. Лакшми Бай, глава восстания. Вы ей доверяете? Вы что, совсем разум потеряли? Могу задать тот же вопрос. Не знаю я вас, решил бы, что меня завели в засаду. Я думаю, точно так же. На это нет времени. Нам нужна помощь, а мне больше не к кому обратиться. Безумие, вы ставите под удар самое сердце Ордена. Алистер, просто поверьте. Вы просили найти доказательства. Она была в Блэкхолле. Видела то же, что и я. Trust me. То есть она помогла вам уничтожить доки объединенной индийской компании? Мой отец был прав, это однозначно теракт, вас используют. Она рассказала о заговоре. И чтобы покончить с ним, без нее не обойтись. А если это не так? Тогда мы ответим за свои действия. И понесем наказание. Как Мэлори? А Мэлори-то кому ответил за свои действия? Надеюсь, вы правы, Грей. Не хочу, чтобы вы оказались предателем. И я тоже, брат. И я тоже обосраться не очень хочу. Давай. Где вампиры-то? Вон они! Дальний конец пола! Кучно идут. Охрана идет с того конца. Бросаю дымовую! А это Лукан? Я думал, блядь, кто-то перешел на нашу сторону. Понял, что наше дело правое, конечно. А, пиздец! Блядь, и Лукан мое убежище занял! Ты мудак, Лукан! Ты, блядь, пиздец, нахуй, подпиральщик, хуев! Иди, блядь, в картошку играй со своими братьями-тупорезами. Блядь, какой мудак! Блять, я так хорошо начал эту перестрелку, убил, блять, сразу двоих. Нет, блять. Пошел нахуй, если вы ничего, блядь, не разговариваю. Деградант, блять. О, Лукан в атаку пошел, в рукопашную, походу. Стрелок не
У них лейтенанты там, блядь, были. Меня обстреливают! Ему нужно прикрытие! Бля. Больно. Никого. Пошли. Да, и патронов половина, блин, ушла. О, другое дело. Вопрос временно снимается с повестки дня. Сюда, через балкон во дворе. О, дискомет. Во дворе. Охранник убит. Дискомет. Снайпер, справа. Мне нужны патроны. Патроны, кому сейчас легко, ёпта? В копашную не делись. Перезаряжаю. Где она сказала снайпер? Черт. Там еще из подвала лезет. У одного из них термитное ружье. Берегите, термит. У меня получится. Больно. Прицель. Еще слева. А я все играл и думал, что круче, термитное ружье или дискомет? Вот мы и выяснили, блин. А, стоп. Даже бесконечные патроны. Халявонька. Надо перезарядить. Сотрудник компании убит. Скоро нагрянут другие. Идем. Пусть идут пидорасы, я их с дискомета всех поубиваю. Помогите открыть двери. Давай уже, нас ждут сенсации. Готовы? Что-то не так? Комната с архивом впереди. Бля, какие доспехи. Как пистолет достать? Я хочу принарядиться немножко. Мы же рыцари, мы должны входить в латах каких-нибудь. Ебать, и что, какую из этих книжек мы ищем? Декларации, накладные. Ебать. Любые свидетельства перевозки полукровок. Да мы заебемся столько читать. Вот я нашел улику, смотри, у них статуя, на которой. Как здесь можно что-то найти? На которой. Спокойно, Финли. Кто-то трахает Финли. Человека. Броненосец трахает человека. Я думаю, что загадка, блять, надо ему хвост накрутить. Что это вообще? Да, я сомневаюсь, что нужный документ лежит на самом видном месте, но хер его знает. Вон как бы, смотри. 558141. Здесь ничего нет. Ну, может, за трон закатился? Скриптовый обыск. Сейчас книжки уронит. Да, все. Внимательнейший осмотр закончен. Не, я в такие ящики предлагаю не лазить. Там, скорее всего, ничего нет. Должно же быть что-то. Это все пустая трата времени. Вот она. Голова какая-то, блядь. Статуя свободы, что ли? Смотрите. Август. Бастарди. Похеру.
Я предлагаю пойти найти этого графа, который тут живет, и заставить его чеснока пожевать, чтобы он в вампира превратился. О! Война и мир. Рыцарь! Сюда! Карту нашла! Ебать, как классно! Контурную! Вам будет интересно. Ну да, географию поучить всегда эти заебись. Эти грузы отправлены в мою страну. Если документ не лжет, компания закрепилась уже в каждом индийском штате. Интересно, пиздец. Груз Агамемнона. Цель — восточное побережье Америки. И еще три груза в ту же сторону. Дальше корабль «Океаник». Отплывает через 6 недель. «Океаник»? Это тот, который... Клон «Титаника», где что? Финли? Он вошел не в ту дверь, походу. А где Лукан? Почему тебя только Финли волнует? Там кто-то слюнями брызжет. А, маленькая писька. Да это же граф. Вы видите его? Вялый, вялый протеиновый батончик. Лорд Гастингс. Ага. Теперь верите? Все это его рук дело. Убийство в Уайт-Чепеле. Полукровки. Индийская компания. Все вы. Якоб Ван Нек. Или, как писаки из Флит-стрит нежно называли меня, Джек-потрошитель. К вашим услугам. Благодарю, сэр Лукан, за доставку мятежников. Ха, ха. Разберитесь. Ха, блядь. Не подведите нас. Вы. Весьма удачно, правда же, сэр Галахад? Вообще лидер охуенно. Повстанцев пойман. И предатель найден. Все одним точным ударом. Предатель — это вы, к сожалению. Алистер. Как же так? Простите, брат. Прежде всего я храню верность своим. А мне своим? Его ебало сразу не понравилось. Бегите! На, уебан старый. Сейчас я вас с дискометом познакомлю. Ну-ка отпусти меня, блядь. Сейчас я кобуру свою расчехлю, вы меня охуеете. Моя пипирка больше ваших, даже втрое сложенная. Заебись. Блять. Ну хули там один удар пропустил. И чё? Ай, реванш. Сейчас я тебя в партере, блять, забодаю, тварь. Забарю, шляпа. Опачки. Чё, кишкотня посыпалась? Куда побежал, сука, падла? Мрамой, блядь, потерял свой, блядь, дискомет. Ладно, я его из маузера добью. И сюда, из этого, из люгера. Ох, не нравится мне эта дверь. Чё за бомбоубежище? А, нихуя себе. Погреб, да? Блядь, опять. Вот, сука. Да, твоему батьке стыдно должно быть, что он такого пидораса на груди пригрел. Щенки, блядь, вы на кого, ёпта? Вы на батю залупились? Нихуя не вижу, куда стреляем, да ладно. Черт.
Парочку раз-то попал, блядь. На, сука. Так, блять, лорд Гастингс вампир, а это оборотни. Как они, блядь, скорешились-то? Я, может, не понимаю что-то, но у них, по-моему, должна быть вражда какая-то лютая. Приказ, догоните Лукана. Кто мне его отдал-то, приказ? Рыцари, говорит командир. Подтверждено вторжение в главное здание Объединенной Индийской компании. Лукан, готов, Пукан. Полиция приведена в бою готовность. О, вот этого орден мне не простит. А, вот он. Какой, блядь. О, Лафайет, блядь. Вафлиет, выбивай ее нахуй. Засал с Лафайетом драться, пидор. Галахад, не смей. Стойте, я объясню. Кому сказала не двигаться? Баба. Вы прибыли вовремя. Нам сообщили о вторжении. Сэр Галахад ворвался сюда с бандой повстанцев. Хотел убить меня. Это ложь. О, вот, полюбуйтесь, к чему это привело. Сообщница сэра Галахада женщина. А чё же я тебя именно не убил? Она лидер повстанцев. Пока она на свободе. Селенок не хватило деда завалить. Немедленно отзовите охрану компании, лорд Гастингс. Поимкой этой женщины займутся рыцари. Изи, послушайте, вы ошибаетесь. Персиваль, отведите преступника в камеру. О, какие вы тупые, бля, мне какие очень жаль, вы что тупые. Задание выпало вам, маркиз. Я более чем вы, месье. Уберите его с моих глаз. Да мои бы тоже тебя не видели, плоскодонка. Да и, блядь, в лобешник, сука, голова. Благодарю вас, леди Игрейна. Вы вмешались очень своевременно. Мы просто выполняем свой долг, лорд Гастингс. И все же, сударыня, присматривайте за предателем повнимательней. Вероятно, вы предстанете перед судом. Нужны будут ваши показания. Я всегда к услугам рыцарей королевы. Терпила, блядь. Ай, блин. Ну, предсказуемо немножечко. И вот он, глава 12, крыса среди нас. 20 октября 886 года. Заключенный обвиняется в преступлениях самых тяжких. Он предал вековые устои нашего ордена. Более того, он вступил в сговор с безбожными мятежниками. И будто этих злодейств мало, он также покусился на жизнь нашего казначея, лорда Гастингса. Ох, он казначей ордена. Сэр Галахад, подлый предатель. Человек без чести и совести. Я прошу совет назначить ему строжайшую из кар. Я прошу совета снисхождения. Ах ты, петух гамбургский. Сэр Галахад веками служил ордену веры и правды. Быть может, нашего брата-рыцаря еще можно вернуть на праведный путь. Командор выказывает излишнюю мягкость. Доказательства против Галахада неоспоримы. Я видела Галахада в обществе этой мятежницы. Я не могла расслышать их разговор. Но они общались довольно дружески.
Они покидали заведение, укрывающее повстанцев. В пизде играет ревность. Я говорил с лордом канцлером и со мной. Он озвучил ряд абсурдных обвинений в адрес индийской компании и собирался разыскать лорда Гастингса. Пригласите лорда Гастингса. Почему ты не кричишь, что они вампиры, блять? Лорд Гастингс. Вдруг кто поверит? Скажите, вы опознали того, кто напал на вас? Поздней ночью сэр Галахад проник в нашу штаб-квартиру в сопровождении предводительницы повстанцев и ее сообщников. Я не была уверена, что иду именно за Галахадом, но... нашла его мундир, брошенный у логова повстанцев. Как его командир, я пытался убедить Галахада одуматься. Очевидно, моим советом он не внял. Я бы кричал, что я вас всех повыебу! Я повыебу вас всех! И ворвались в мои покои, намереваясь меня убить. Снимите наручники, давай один на один, говно! Когда мы обнаружили лорда Гастингса, он был ранен. Он должен понести наказание, а крыса ебучая, за свои действия. Итак, рыцари, каков будет ваш вердикт? Бухать! А, не, не про это. Виновен. Он. Ах ты, пидорас, ты же меня выгораживал. Вот шлюха. Виновен. 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 Бля, Гэндальф, хуйня какая-то. Давай-ка остани, блядь, заклинание истины. Суд куплен. Виновен. Пидоры вы все. Виновен. Ага. Шлюха. Виновен. Субтитры уже спалили, а хуль ты замер? Ой, камон, Васильева тоже виновна. Чё, её посадили? Я тебе также яйца приговор оторву. Приговор смерть. На, через Матумбу, блядь. Охуенно. Вот суд, бля. Последнее слово хоть дайте. Вообще-то положняк такой. Я ж должен сообщить вам, что я сделал с вашими мамками. А то ж вы, блядь, живете и знать не знаете. Мы-то с другом думали, ты уже покойник. Не дыши на меня, блядь, своими гнилыми зубами, говно. Да, 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 мы все это помним. Закрывай. Лучше сдавайтесь. Такое не прощается. Никакая хуй разница. Ого. Я уже ходячий мертвец. Галахад! А, блядь. А если бы меня вешали, ты бы так же вскрикнула, что ли? Глава 13. Счастливое число, ёпта. Счастливое число Галахада. Осторожнее, друг. О, Тесла. Тесла, садись на весла. Весла Тесла. Он выживет. А кто этот? Это уж ему решать. А, это тот, который с этим разговаривал в капюшончике.
Вот, друг мой. О, где свистнул? Ну, и у индуски же было. 22 ноября 886-го. Два дня. Странно. Прошло уже два дня, мы не можем его так оставить. Я сделал все, что мог. Теперь не мне его защищать. Черный странник Диабло. Странно, потрошитель в 888 году орудовал, а здесь 886. Если он выживет. Друг мой. Друг мой, не покидайте нас. Тесла, мы что, уже души продали? Хули происходит? Сэр Галахад! Двадцать шестое ноября. Вот, леди Лакшми. Хорошо, что вы позвали меня. Я не знаю, как помочь. Его ищут по всему Лондону. Да, ищут. Мы о нем позаботимся. Выживет он или нет, время покажет. Глупите, Никола! У меня нет выбора! Мое отсутствие может вызвать подозрение. А вдруг они уже знают? Хватит, вы уже помогли. Теперь предоставьте это нам. Я еще столько всего могу сделать, леди Лакшми. Прошу, позаботьтесь о нем. Боюсь, что без него у нас нет шанса. Блять, он всего-то с моста в реку прыгнул. Хули он умирает, блять, неделю уже лежит, заебал. Какую неделю? Месяц, блять, прошел. Почти. Лакшми. Ну, рыцарь. Вы так просто не сдаетесь. Где я? Вы в убежище на набережной. Вы провели здесь без сознания почти две недели. Идемте. Нам нужно как-нибудь вернуться в Уайтчепл. Полиция вас повсюду ищет. Кроме Уайтчепла, да? Благодаря Николе. Он укрыл вас здесь и позвал меня. Никола, откуда вы его знаете? Пусть лучше он сам вам объяснит при случае, как мы связаны. Порит ее, походу. Надеялся, вы оцените. Надеялся, вы нацепите. Че это такое? Пушка. Приборчик. Сюртук. А, это шмотки Персиваля. И вода Персиваля, видимо. Бля, ебать, как долго. Ну, идемте. Скорее, она сказала. Черная вода. Мне даровали это знание. Вы хотите сказать, рыцарь? Сэр Борс де Ганис. Сэра Борса не видели с тех пор, как он отправился на поиски Грааля. Так он жив? Он в Ост-Индии? Я не говорила, что он жив. Он рассказал и умер. Вот это совпадение. Короче, все, чуваки, продолжение следует. Что-нибудь пишите, что-нибудь жмите, все такое. Так, час 15 времени, охренеть. Я тут что, блядь, летсплей или фильмы снимаю? Вот это хронометраж. Все, адьё.